вместе с предприятиями и администрацией мы с ребятами, с волонтерами убрали реку. Но у нас оставался один вопрос. Мы убрали мусор, а что дальше? Люди опять накидают, и как мы решим проблему эту, да? И с помощью нашего Андрея, инженера, у нас совместная идея была установить первый в Украине мусорный ловитель, который будет останавливать мусор на реке, направлять его. Весь мусор будет уходить в корзину. Мы этот мусор будем сортировать и сдавать.